Когда придет спаситель? Тогда! Да ладно! Да сколько вас тут будет, зомбарей? Мы попрежно крутых прикончим, как остальных! Как остальных прикончим их всех, этих зомбарей, мы прикончим их всех! Хеджот прилетел, голова не отлетел, ну ладно! Насквозь двоих пробьем и по-крутому сейчас зайдем! Карателю эффектно засосало и супер отсосало. Окей. Красиво ли он начинается? Спокойно. Но ведь нельзя уезжать, уходить, покидать это место. Это самое место, не сказав до свидания. Сейчас. Эхэй, всем привет, друзья. Меня зовут Андрей. Это канал Александр Смит в исполнении Месси и Смит Плей. Мы продолжаем делать то, что должно. Мы продолжаем играть в обитель Resident Evil зла. Да, друзья, мы продолжаем играть в обитель зла. И вот так вот сразу начинаем. Начинаем сразу вот так вот. Две дороги давайте почитаем. Совсем недавно лорд Садвер сообщил, что наши люди сбили американский военный вертолет. Теперь не должно быть никакого внешнего вмешательства. До тех пор, пока американское правительство не обнаружит, кто же предатель, они не осмелятся на серьезные операции. Мы должны воспользоваться этим преимуществом вовремя и вернуть девчонку. Есть лишь два пути, по которым американцы могут уйти отсюда. Здесь мы и должны остановить их. Нужно максимально использовать наши силы. Одну дорогу будет перекрывать большая группа Ганада, другая будет находиться под охраной Эль-Гиганта. Мы можем быть абсолютно уверены, что они не сбегут от нас. Какую бы дорогу ни выбрал агент, он не выберется отсюда живым. По крайней мере, он не уйдет отсюда с девчонкой. Вот так вот. Для нас готовят, смотри-ка, что для нас готовят. А у нас два пути, есть, куда пойдем. Куда пойдем, сейчас будем гадать. Сейчас будем гадать, выяснять, куда будем пойти. Может быть, это механизм открытия ворот. И ворот открыть. Опа. Я не видел, я не смотрел. Ну, в принципе, два пути. Либо большой Эль-Гиганте. Либо количество и качество. Сейчас узнаем спокойно. Welcome. Открыли, друзья, мы с вами левую дверь. Got some rare things так. On sale, straight. What are you selling? Давайте что-нибудь продам. Чем я тебе продам, мне ничего нет. Вообще абсолютно у меня ничего нет для тебя. Давай я у тебя что-нибудь возьму. Так, маловато у нас. Вообще маловато у нас, чтобы прокачать ТМП. Нужно конкретно все прокачать, это все самое. Так, в принципе, у нас есть... Можно прокачать, да, это самое. Пистолет. Да, еще к тебе вернемся, все это самое докачаем красиво. Окей, сохраняемся и идем, друзья, в левую часть. Окей, друзья, выбрали эту самую левую сторону. Пойдем налево. Пойдем там, где количество. Пойдем там, где их очень много будет. Ну, окей, да, конечно, можно было бы сходить направо. Там все-таки Эль-Гиганте, большой тот самый Эль-Гиганте. Но это направление, понятное дело, не имеет никакого значения. Абсолютно все это ведет к одной этой самой цели. Да все будет нормально, Эшли. Придет спаситель, спаситель придет. Спасти в короткой юбке, Эшли. Придет спасти спаситель, да. Да, он придет спаситель спасать, спокойно. Ведь настоящая была эта самая игровая площадка в прошлой серии этих зомби, этих самых зомбаков, зомбарей, зомбариков. Опа! И первая пошла погорит. Сейчас. Она сейчас сгорит у меня. Опа! Вот так вот вы у меня будете гореть сегодня! Спокойно берем УЗИ и дальше идем! Берем мою УЗИ и дальше идем! Ведь моя статистика такова, что ты под прицелом! Я каратель, твою мать! Я каратель! Хедшот в колено и вертуха! Как я велю, так и будет! Ты видал, как он сгорел?
Как он сгорел, нет, тебе говорю, опа, как голова просто отлетела в жопу. Спокойно, Эшли нагнулась, красиво все сделала, это я прогадал, это я не угадал, спокойно, бляха. Хедшот в голову и с ноги, хедшот в голову и с ноги, все так было с первой серии, с первой этой самой серии все это было, так продолжаем красиво все делать, если не добьем, так сложа. Спокойно, хедшот с колена, и вертуха от Леона прилетела, еще одна прилетела, но только голова не отлетела, ну ладно, опа, как с ножа отлетела голова, просто вообще, друзья, да, сразу тебе говорю, мой друг, я небольшие эти самые драйвера установил, теперь более-менее не так все пролагивается, это конфигурация Resident Evil. Ну и не только, конечно же, эти самые драйвера, все самое процессор говно, поэтому все бывают какие-то моменты. Без записи-то все хорошо идет, а вот с записью бывают какие-то пролаги. Окей, всех сняли, все красиво. Я же обычно записываю в Бандикапе обычно все эти игры. Ну вот сейчас попробовал в ОБС. В ОБС попробовал записать, и вроде нормально идет. Нормально бегаем, нормально все идет. Вроде таких больших пролагов нет, поэтому вся картинка намного интереснее стала. Намного лучше, да, она стала? Да, думаю, намного она лучше стала, прям вообще хорошо. И эти все зомбари тоже отлетают просто хорошо отлетают конкретно. Спокойно, мы сегодня полны энергии. Мы сегодня сконцентрированы. Опа! Прибежал отсюда, я тебя не видел. Тебя я не видел, да, хедшот прилетел и от Леона отлетел. Спокойно, Эшли. Опа, назад! Назад, я тебе говорю, Эшли, назад, это может зацепить, спокойно. Спокойно, ты под прицелом у меня, спокойно, здесь никого нет. Спокойно, я не могу пройти из любого угла, не повсюду, музыка играет, значит, еще зомбарей здесь дофига. Опа, бежит на вас стрелась, получи! Хедшоп голена и разворот вертуха от Леона, хорошо. Хорошо, прекрасно все это самое сделали. Да, Эшли, спокойно, все нормально будет, ведь с тобой тот самый, ты в надежных руках. Запомни, как я велю, так и будет. Как я говорю, так и произойдет. Да, ты в надежных руках, Эшли, я великий лидер. И мы с тобой, друг мой, подруга моя, должны справиться. Это миссия, доставить дочь президента. Опа, спокойно, дробыш в дело должен идти. Дробыш в дело должен сейчас идти. Спокойно, Эшли, отходим. Не паникуй, главное, мне не паникуй здесь. Спокойно, бляха, отлетайте. Отлетайте, зомбари, зомбарики, отлетайте, блядь. Я говорю, я сегодня сконцентрирован, бляха. Я каратель, я не промахиваюсь сегодня. Опа, блядь, да нет, тебе говорю, я, блядь, не промахиваюсь, блядь, сегодня я не промахиваюсь, говорю тебе. Спокойно, бляха. Капец полный пошел. Полный капец пошел, спокойно, сконцентрировались. Покуха, бляха, сколько вас тут, блядь, тут двое, блядь, с бензопилой. Бежать, собака, сгазал тебе, бляха. Так, Эшли, постой там, я спокойно должен сейчас справиться. Опа, не, блядь, куда ты, сука, ты ёбаная? Блядь, все заново, абсолютно все заново, если ты проигрываешь. А то это уже, блядь, вообще, я не нравлюсь. Да мне вообще не нравится, покой там зомбари какие-то черные. Ёб твою мать, да я ебал. Спокойно, блядь, сейчас. Спокойно, я тебе говорю, спокойно! Бежим, спокойно, Эшли, на месте стоять, сказал, теперь не отходи от меня, блях, сказал тебе, бляха, спокойно, бляха. Да зачем включил, не понял, думал, граната есть, граната нет, нихуя, гранат нету, блядь, спокойно. Настоящие друзья была прошлая, в этой самой прошлой серии. Куда решил здесь задуть меня, спокойно, иду вдвоем, получили, хорошо, спокойно, Эшли, отходим, позицию берем правильную.
Спокойно, блядь, да, настоящая игровая площадка была в прошлой серии? Да нет, блядь, тут настоящая игровая площадка. Я вам чё, блядь, тут бензопилой меня решили распилить? Я вам чё, блядь, тут для чего вообще здесь пришли? Я не понял сейчас. Ты там зачем стоишь? Зачем там встал, не понял, упал? Спокойно, бляха. Да, настоящая была атака этих зомбарей. Вспомни, что было в прошлой серии? Когда придет спаситель, спаситель пришел. Куда там кидаешь, ублюдок? Сейчас тебе, блядь, кину. Спокойно, бляха. Бляха, патрон остался один. Давай на нем сделаем перезарядник. Спокойно. Дробовик есть, пока живем. Спокуха. Опа, да сколько вам еще нужно хедшотов пролететь? Чтобы они уже сдохли. Спокойно. Да, настоящая атака зомбаков, зомбарей, зомбариков. Зомбиков, приспешников лорда была просто мощная в прошлой серии. Этой самой серии. Но вам не победить. Всё, блядь, что ли, на этом, бляха? Ну, сейчас тебе пизда будет. Вам не победить! Напролом! Карателя! Опа, рубин нашел, хорошо. 1700 еще прекрасно. Суперски, просто. Так, ключ от лагеря в вашем дипломате. Хорошо, ключ нашли. Зачем поднял, не знаю. Зачем поднял, чтобы зомбарь спустился, что ли? А где он еще? Это еще должен быть один... Опа! Ну, хоть не в Эшли. Хоть не в Эшли, ублюдок, ты попал. Опа, упал. Спокойно, спокуха. Спокойно отойдем. Отойдем спокойно. Дистанцию держим. Все, отлично. Ух, бляха. Вот это было серьезно. Это прям вообще была серьезная такая... Мощная атака. Так, все, вставляй ключ и поехали. Позвон ключ. Окей. Окей, ключ использован, дальше поехали. Да, вот такая вот была здесь охрана, защита этих самых приспешников лорда Садлера. Да, количество, конечно, пизда руля. Надо было с эль-гигантом, бляха, сражаться. Опа, спокойно, дробыш в дело, должен сейчас идти. Дробыш в дело, дело должно делать. Делать то самое дело должно делать, дробыш должен делать дело, спокойно. Опа, опа, ты, блядь, сучка, ты такая драная, ты кошка, блядь, спокойно, высушенная ты кошка, бляха. Попала все-таки в нас собака сутулая, это самое. Так, это комбинируем, это сделаем, это комбинируем, это делаем хорошо. Спокойно, дробыш у нас пока есть, пока живем, все хорошо будет. Спокойно, сконцентрировались, сфокусировались на данном моменте, все хорошо, бляха. Спокойно, бляха, куда кидаешь собак? Ни хрена себе, их тут просто дофига, просто масса этих зомбарей сегодня. Их просто офигеть, сколько их здесь сегодня, это пизда руля просто какая-то. Хорошо, хорошо, как прилетел конкретно, голова отлетел. Голова отлетела и хорошо, голова просто отлетает сегодня вообще конкретно. Бляха, сколько их здесь дофига просто. Куда там кидаешь, тебе сказал, бляха. Спокойно, надо с этим справляться, он может нас подсечь. Подсечь может и все, и у нас жизни полетят конкретно. Опа, голова как слетела. Опа, вылезла вторая голова. Блять, патроны закончились. Патроны закончились. Вот это пизда. Это полная пизда. Спокойно, Узи идет в дело. Узи в дело идет, придется с Узи делать. Придет... Придется, братанька, придется. Хэдшот в голову пролетает. И голова отлетает. Отлетает. Ваши головы отлетают от удара Леона. Опа. Голова вообще в хэдшот хорошо. Куда там суешься? Я тебя не понял сейчас. Не трогать моя не отдам. Не трогать Эшли моя не отдам. Опа. Опа, сейчас было конкретно. Эша, ты прям нагнулась, когда надо. Прям вообще шикарно просто было. Просто было хорошо, вообще идеально просто было. Я же говорю, она в надежных руках. И мы с тобой, друг мой, должны справиться с заданием. Мы должны доставить дочь президента. И все эффектно сделать. Ведь дочь президента Эшли отсосала в прошлой серии карателю. В короткой юбке засосала Эшли в короткой эффект на Леону. Да-да. Определенно сказано это было, сказано было да. Да, было сказано определенно. Ну, засосала она, конечно, да.
Ой, блядь, зачем я говорю такое? Не слушай ты меня, спокойно. Спокойно, спокойно. Так, у меня рубин есть, понимаешь? Рубин есть. Тот самый рубин, кто выиграл Барс. Когда-то они выигрывали Барс, тот самый рубин. Да, было время, было когда-то такое время. Да и Барселона была пизда руля. Окей, мы не о футболе, а о футболе потом поговорим, когда будет Ларс, когда будет Легаси, когда будет 80-й мировой, тот самый. Окей, спокойно. Так, нам надо это где-нибудь красиво все сделать. Сохраниться. Сохраниться нужно, и все шикарно. В принципе, почти дошли до цели. В принципе, пока все нормально, идем. И все красиво все делаем. Спокойно. Окей. Так, нам нужна машинка сейчас. Машинка нам нужна, чтобы сохраниться. Чтобы сохраниться и уже быть спокойным дальше идти. Окей. Так, вижу машинку. Машинку вижу, что еще. Так, записочка. Давайте почитаем. Последняя защита деревни. Я сильно недооценивал способности американского агента. Он до сих пор жив. Я думал, что нужно лишь подождать, пока Лас Плага завладеет им. Но кажется, он разрушит всю нашу деревню, прежде чем это случится. Поэтому мы должны устранить эту неприятность. На некоторое время нужно сменить приоритеты. Мы приостановим охоту на Луиса и схватим американцев. Неподалеку от подъемника есть здание, которое отлично подойдет для выявления предателей. Здесь мы сможем устроить на них засаду, но даже если и это не получится, им придется встретиться со мной у ворот в деревню. Потому что только я могу открыть их. Вот так вот, да, значит, друзья, вот так вот. Нас ждут, нас дожидаются. Но попрешь на крутых, прикончим как остальных. Это уже инф проверено до пизды прям. Она прям проверена уже 100%, бляха. Я так понял, друг мой, что это самое... Эти самые ворота, эти самые главные ворота охраняет... Не то, что охраняет, а может открыть тот самый Коров. Тот самый здоровяк. Вот именно эти самые ворота. Опа. Получается, они... Да, они и ведут нас именно туда, куда и, в принципе, надо. Естественно, мы их открыть не можем, как мы прочитали. Мы поняли, что открыть может эти ворота только он. Да, это единственная дорога из деревни. Этот прибор похож на сканер сетчатки глаза. Его этот самый... Сетчатка этого самого... Сканер сетчатки глаза этого Борова только может открыть эти самые ворота. Те самые ворота, которые нам необходимы. Но они нам необходимы, поэтому нам придется с этим Боровым встретиться и разобраться по-крутому. По-крутому уже давно, мы должны были давно уже с ним разобраться. Он же сколько раз уже нас вынуждал это самое сделать. Вот, походу, пришло время. Окей. А настоящая, друзья, игровая площадка была в прошлой серии. Мы отбивались, мы просто конкретно отбивались. Опа, как Эшли-то. Давайте-ка покажем, на что мы способны. Что? А то Эшли прям уже конкретно боится. Она прям боится конкретно, спокойно. Вот и игровая площадка. Вот такая вот игровая площадка. Как насчет вот этой игровой площадки? Конкретно мы зомбарей выносим. Прям шикарно выпендриваемся перед Эшли. Мы же, друзья, еще в прошлой серии отбились. Благодаря Луису, друзья. Мы помним, что было в конце той самой серии прошлой. Их было дофига. Просто атака мощнющая была. Этих зомбаков, зомбарей, зомбариков. Но мы отбились. С помощью Луиса мы отбились. Опа. Хорошо пошли. Последний был хорошо. Я так понимаю, все, да, бляха. Вот так вот, Эшли. Вот так вот, бля. Да не бойся, я великий лидер. Как я велю, так и будет. Как я говорю, так и произойдет. Она в надежных руках. Поэтому все будет нормально, все будет в порядке. Мы эффектно все сделаем. Мы эффектно доставим Эшли президенту. И все будет хорошо. Лео, опа, ты куда? Ты куда побежала? Опа! Смотрите, как она делает. Как она упорно открыла дверь. Прям вообще со всей силы. Нифига себе. Вот это да, вот это я такого не ожидал. То есть так, думаешь, было проще, да, чем перепрыгнуть через это, что я сама сделал. Окей, собрали себе парочку всего самого нужного и поехали дальше. Поехали дальше. А куда поехали-то, в принципе? Куда поехали, не понял. Ну ладно, сейчас разберемся. Окунь. Так, нужна карта. А вообще куда?
Там у нас, друзья, прямо есть S. Окей, друзья, давайте сходим сюда. Думаю, там что-то интересное есть. Там буковка S есть. Здравствуйте, зомби, я пришел. До свидания. До свидания, зомби, я пришел. Я пришел, до свидания. Потому что я пришел, поэтому и до свидания, спокойно. Красиво взорвали их петардой. То самое, что они и сами себе приготовили, и сами же... Опа! Хэдшот в колено прилетел, ну ладно, упал, так добьем. Упал, так добьем, и все, и пизда тебе будет. Так, 900 взяли, хорошо. Хорошо взяли 900, окей, так. Кровь еще свежая, здесь проводили какой-то ритуал. Окей, ритуал проводили какой-то, зомбари, зомбарики, зомби. Так, желтый кошачий глаз в вашем дипломатии. Это продадим этому самому. И будет все у нас классно. Будет все у нас классно, спокойно. Эшли словили, дальше погнали. Погнали дальше спокойно. Спокойненько, аккуратненько. Опа. Так, ну окей, сюда сходили, поехали, значит, вниз. Вниз поехали, и что у нас тут внизу интересного? Опа, привет, здорово. Welcome. Сейчас я тебе подойду спокойно. У тебя тут интересные патроны валяются. Я бы на твоем месте бы собрал бы их, да продавал бы. Нет, они лежат бесплатно, возьмем, окей. Сейчас мы с... в принципе, должны были, наверное, бы сохраниться бы желательно. Что у нас, в принципе, здесь? Спокойно. А нам сюда, в принципе, надо. Что-то мы как-то не сохранились, как-то что-то как-то так уверенно пошли сюда. Ну ладно, пошли. Пошли сюда, я так понимаю, здесь будет Боров. Босс! Нас ждет босс, вот так вот, все вот так вот, легко и просто. Эшли, я пойду туда один. Прячься где-нибудь. Ну правильно, зачем ее тащить? Начинается! Продолжается! Их противостояние! Но чтобы уничтожить, победить, сокрушить! Опа! Гиганта! Борова! Здоровяка! Босса! Необходимо сломать его инфраструктуру! Убирайся, ладно, придет спаситель, придет каратель, придет. Здесь твоя вера кончается. Какой ты длинный, какой ты долговязый, пизда, прям вообще конкретная пизда, спокойно, блядь, какой он длинный, какой он долговязый, блядь, да, огонь может быть благом, или он уничтожит тебя, если ты его не уважаешь, походу огонь-то стал его благом каким-то, пизда, рулям он кем стал? Чем он стал, блядь, долговязым, высушенным каким-то, спокойно, сюда зайдем, сюда возьмем, боеприпасы соберем, хорошо, это пригодится, это если что, скомбинируем все самое, травку отдайте, я заслужил, заработал, мое отдайте, блядь, это скомбинируем, хорошо, спокойно, пока он наверху нас не поджидает, нас не ждет, мы пока справляемся, спокойно, блядь, да, вера, блядь, кончается здесь, ну ладно, спокойно. Спокойно, сейчас справимся, гранату закинем и справимся. Хорошо, блядь, подделай его, хорошо, прекрасно. Спокойно, Узи берем, пока все нормально. Пока все нормально, надо как-то его сбить. Да как-то проломить его, этого долговязого, длинного, этого... Опа, реверсы пропустили, ну ладно, слишком быстро, надо двигаться. Надо двигаться, это все самое, искать разные позиции.
На месте не стоять, нет, не стоять на месте. На месте будешь стоять, тебя он сожрет. Сожрет тебя вот такой большой, длинный, долговязый, спокойно, блядь. Опа, присосал. Отпусти, сказал тебя, отпусти. Трясу, трясу как-нибудь, трясу. Вот так вот трясу, трясу вот так вот. Ой, блядь, спокойно. Спокойно сшибаем его. Опа, сломался, сломался, блядь, сломался. Ты чё думал, блядь, попрёшь на кру... Опа. Ты ещё не всё, бляха. Это еще не все, ну и ладно, блядь. Попрешь на крутых, прикончим, как остальных, блядь, патроны закончились. Патроны закончились, пиздарулян, спокойно ослепительную эту самую бросай его. Его бросай хорошо, где он, вижу. Блядь, патроны закончились, здесь дровой кра. Каратель! Каратель должен сейчас, каратель его докоротить, его должен. Его раскоротить его должен, хорошо, спокойно, бляха. Спокойно, инфраструктура его у него уничтожили уже все. Просто остается добить его. Остается его эту самую, блядь, добить эту сука, блядь, краб какой-то тут ползает, спокойно. Главное не стоять, главное не стоять, главное выжидать. Выжидать его, самое главное, спокойно. Опа! Красиво! Как реверсует, я же говорю. О! Спокойненько, блядь, спокойненько. Пока живем, блядь. Пока живем, еще пока живем. Живем еще пока не пизда, просто полная, блядь, вообще нету почти травки. Травки вообще почти нету, спокойненько. Опа, блядь, патронов, блядь, нету, спокойно. Ну, полный капец, друзья. Конкретный прям босс, конкретный, ну пора уже его вырубать. Сколько он может тебя уже хватать? Сколько он, блядь, может тебя уже хватать за глотку? Пора ты с ним уже разберись-ка, блядь. Разберись-ка ты с ним, Леон. Давай, я верю, я понимаю. Ты сегодня полон энергии. Ты полон энергии. Сегодня ты сконцентрирован, ты готов. Ты это все самое, ты готов. Ты должен быть готов, спокойно. Сейчас дробовика возьмем и его снесем. Его снесем сейчас дробовика и будет все хорошо, спокойно. Главное перезарядиться, главное тебе дождаться. Дождаться этого момента и красиво все сделать спокойненько. Опа, 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 спокойно. Спокойно, где-то ползет, где-то слышу его от покуха. Главное сейчас попасть и все будет хорошо, спокойно. Где он? Вижу, 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 ползает там, ползает. Опа. Опа. Блять, сука, спокойно, спокойно, не попали, ну ладно, еще, сейчас попробуем. Сейчас попробуем спокойно, скоро он выдохнется, он уже не должен. Fucking mouth! Fucking mouth! Ой, хорошо, ой, как хорошо, прям вообще, с первого раза прошли, шикарно. Зашли и прошли, идеально. Просто лучше и быть не может. Спокойно, так, собираем все это самое. Ну и самое главное, сетчатку берем. Через главный-то в рот идти. Акуха. Борова убили, с Боровым разобрались раз и навсегда. Все! Закончилось их противостояние. Наконец-то 30 тысяч. Мое, дайте хорошо. Хорошо, 30 тысяч. Ну вроде бы все, да, здесь разобрали. Мне что-то еще, по-моему, наверху оставляли. Давайте посмотрим, еще соберем что-нибудь. Эти боезапасы свои, эти самые, которые нам необходимы, все это возьмем. Мы много травы потеряли с этим боссом. Прям конкретно давно столько не лечились. Так, спокойненько, красная трава пропустили. Слишком растерялись, слишком боялись проиграть. Но нет, не проиграли. Заглок у нас, правда, схватил, но ладно. Спокойненько, это выпрыгнуть, это хорошо. Эшли, я пришел спокойно, я справился. Are you okay, Leon? Да, я в порядке, все нормально, Эшли, окей. Ты не скучала здесь? Я то там разбирался прям конкретно, такой долговязый, такой длинный, такой страшный, такой худой, пизда рулям, просто вообще пиздец. Но, нарвешься, попрешь на этих крутых. Прикончим, как остальных. Это уже проверено, это уже все это самое. Окей, в принципе, давайте, наверное, сохраняемся, да заканчивать будем или нет. Давайте красиво как-нибудь закончим. Welcome, welcome. У меня много денег. У меня прям много золота, прям вообще конкретно. Так, еще у меня есть желтый кошачий глаз по 3000. Берешь? Я думаю, он все берет. Шпиндель возьмешь? Думаю, тоже возьмешь. Так, у нас, друзья, очень много. Прям вообще прям конкретно 44 тысячи у нас. 44 тысячи возьмем, интересно. Так, ну это я не знаю даже.
В принципе, оружие меня не волнует. Меня волнует больше... Ракетница, кстати, неплохая, но... Она берет прям вообще конкретно. Давайте докачаем себе ружье, естественно. Мы им пользуемся, это все на ТМП. Естественно, УЗИ качаем, 15 тысяч нам еще хватает, хорошо. Нам еще хватает шикарно, а пистолету еще 6 берем и отлично все делаем. Максимум делаем 100%, просто шикарно, друзья. Просто идеально, друзья. Прокачали все, раскачали и просто готовы и сконцентрированы. Мы сегодня просто полны энергии, как никогда. Просто вообще шикарно. На первую сохраняйся, на 21-ю уже давай перезапись делай и шикарно. 3.08, мы давайте еще сыграем, давайте еще маленечко. Это самое сделаем. И примерно будем уже заканчивать, примерно уже пора заканчивать. Серия уже подходит к своему концу. Мы полны энергии сегодня. Мы подготовлены сегодня, хоть мы и с боссом справились. С этим самым боссом мы справились. Фокин аутом мы сделали и все. Вырубили его нафиг. Чертям его сломали, хорошо. Глаз ему сетчатку вытащили, и все вообще прекрасно. Идеальный просто быть и не может. Спокойненько. УЗИ беру, сотня, хорошо. Сотня на УЗИ и шикарненько. Тонкие ножки, Эшли, все хорошо, прекрасно. Окей, идем дальше. Со своей целью доставить дочь президента... целости и сохранности. Все это самое должно быть, естественно, в голове у лидера, ведь он лидер, тот самый лидер. Как я велю, так и будет. Как я говорю, так и произойдет. Давай нам сетчатку, и хорошо. Да-да-да-да-да. Единственный путь. И это единственный момент, как можно открыть эти самые ворота. Вот так вот, друзья, куда попадаем-то? Попадаем прям вообще. Опа. Опа, куда попадаем? Я знаю, ты смотрел на Эш. Я знаю, ты на нее смотрел сейчас. Спокойно, зомбарей всех мочит. Зомби против зомбарей, спокойно, красиво, все, Лево попал в хедшот, прилетел в голову, голова отлетела, машина сломалась. Спокойно, Эшли. Опа, 5000, хорошо. 5000, хорошо, давайте примерно уже. Давайте уже примерно заканчивать, но их, блядь, набегает, их полно сегодня. Их сегодня полно, сейчас вас поджарю. Я вас поджарю, но не всех, не всех. Куда потянулся? Куда потянулся? Кэшли, нагнись спокойно. Голова отлетела, просто хедшот конкретный. Хедшот конкретный. Куда навострились? Куда нацелились? Я говорю, не отдам, Эшли моя, сказал, блядь. Куда там кидаешь? Опа! Хедшот прилетел шикарный! Шикарный, эффективный хедшотик прилетел спокойненько. Так, давайте УЗИ возьмем. УЗИ возьмем и хедшот в колено давайте сделаем. Или куда тебе? Опа, хедшот в колено прилетел. Ну ладно, спокойненько. Еще ты тут здесь будешь не махаться. Спокойненько. Давайте без последствий красиво закончим серию и все. Ох, как прилетел... Как он прилетел, ты видел, как он прилетел? Голова отлетела просто вообще. Спокойненько, нет, подожди-ка. Там что-то сверкало, сейчас возьмем. Сверкало, я знаю. Ты видел, я тоже вижу. Патроны, ну ладно, пусть пригодятся, естественно. Их тут дофига, этих самых зомбарей, поэтому все это самое собираем. Ну все, друзья, в принципе, давайте на этом заканчивать серию. Примерно уже пора, наверное. Еще, друзья, до катсцены играем, до катсцены. Как катсцена появляется, заканчиваем серию красиво, чтобы начать седьмую, ту самую. Опа, какая-то интересная штуковина. Подобрал Лео. Подобрал ли он интересную штуку? Но, в принципе, нам... А нам, в принципе, сюда нам... Давайте на этом, друзья, с вами и закончим. Окей, друзья, пошел этот самый момент катсцены. То есть, на этом, друзья, и закончим эту самую шестую серию Resident Evil. Мы сегодня просто эффектно все сделали. Мы с вами сегодня просто fuck him out просто... Вырубили этого самого Борова, достали его эту самую сетчатку глаза и красиво дальше погнали уже в седьмой этой самой серии Resident Evil. Все, друзья, просто эффектно сегодня все сделали. Говорится, попрешь на крутых, прикончим как остальных. Босса прошли этого самого Борова, все хорошо, все прекрасно. У нас уже нас напрягал с самого начала еще этой самой Resident Evil. Хоть мы испугались с вами этого самого
длинновязого, долговязого, длинного, худого, красного скорпиона. Да, мы испугались, но нет. Думали, что наша вера здесь закончится. Здесь твоя вера кончается. Нет. Она не кончается. Мы просто сконцентрировались на моменте. Мы же действующий боец, Талиу. В надежных руках у него Эшли. Ведь как я велю, так и будет. Как я говорю, так и произойдет. Это Resident Evil, друзья. Это была 6-я серия. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте это видео. И всем до встречи в следующих играх. И в этом, собственно, наследии Resident Evil. О, что, друзья, всем пока.